хотела поздравить с этим радостным событием. И ее поздравление. Дорогие мои Дима и Катя, семья – это хрупкий музыкальный инструмент. Чтобы у него был строй, вам придется встретиться, вертеться на все лады. Желаю вам, чтобы в музыке, основанной на гармонии ваших любящих сердец, звучали только ноты радости, любви и счастья. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена какофонией мира и взаимопониманием, а ваши сердца всегда бьются в унисон. И вот вам ее северный привет. Встречайте, Алексей! Thank you.
Это отлично. Thank you.